Читали ли вы Кастанеду, что думаете о Дон Хуане, насколько его учение религиозно? Я читал Кастанеду, не могу сказать, что все, но мне очень нравится это. Это чистая фантастика, фэнтези, очаровательный герой Дон Хуан, очаровательные идеи, очень многие полезные практики. И для меня, как, конечно, это все чистый вымысел, никакого Дон Хуана никогда не было, и более того, я сильно сомневаюсь, что Кастанеда пробовал мескаль, потому что многие люди, с которыми мескаль разговаривал, многие люди, которые слышали внутренний голос свой благодаря кактусу, они говорят, что переживания, описанные у Кастанеды, фантазийны, неправильно. Действительно, очень, очень высока у него как бы, ну, личная фантазия, вклад личной фантазии в эти прекрасные описание. Для меня Кастанеда создатель прекрасной фантастики. Ну, он в одном ряду с такими визионерами, как Даниил Андреев, но, может быть, с той разницей, что у Андреева был гораздо более трагический опыт, он, возможно, действительно был визионером, а Кастанеда просто фантазировал. Он свои фантазии, свои идеи, иногда идеи очень радикальные и важные, обрекал форму наркотического трипа, не более чем. И, конечно, вот эта сцена поиска своего места, когда герой ищет свою точку на полу, ложась и так, и сяк, это, ну, просто с моими детскими практиками очень совпадает. Нет, я люблю, очень, очень люблю какие-то тексты Кастанеды, хотя не могу сказать, что я читал весь этот его цикл с Кланским.